Знаем, что у Ирака есть оружие, и мы должны... Мы этого не знаем, он продолжает всем врать. То, что ты премьер-министр, не дает тебе права парить им мозги. Кто-то в этом здании предал свою страну. Если окажется, что вы утаили от нас информацию, вам будет предъявлено обвинение в нарушении закона о государственной тайне. Кэтрин Ганн, кто, по-вашему, мог слить информацию? У меня есть то, что вас заинтересует. Кто тебе это дал? Я не знаю. Разведкой могли манипулировать, чтобы вовлечь нашу страну в войну. Вы ничего не выиграли. А проиграть можете все. Вам грозит тюремный срок. Вы шпион. Вы работаете на британское правительство. Нет, я работаю на британский народ. Вы хотите всем рискнуть? Если не придать это огласке, то потом уже никто и никогда не сможет сказать людям, когда их правительство им лжет. Война незаконна. И люди имеют право знать, почему. Мы должны остановить войну и спасти жизни людей. Я должна рассказать правду. Опасные секреты. В кинотеатрах с 5 сентября.